Привет, друзья! С вами Юрий Синицкий. Вы смотрите канал «Вдох-выдох», канал, посвящен губной гармонике и всему, что связано с этим замечательным инструментом. В сегодняшнем и нескольких последующих выпусках я бы хотел поговорить с вами о битбоксинге, а точнее о том, как можно сочетать игру на губной гармонике с битбоксингом. Битбоксинг — это и имитация различных звуков, которые мы можем слышать. Но чаще всего это имитируется звук барабанов. Немножко битбокса с губной гармоникой. Меня эта тема заинтересовала где-то примерно года 2-3 назад. Я наткнулся на ролик в интернете, где парень по имени Юрий Лейн играет на губной гармошке, при этом вставляет битбокс. Все это он еще делал в модной кепке, на какой-то такой студии. Все это было очень здорово, качало по хип-хапу. Мне захотелось это хотя бы примерно как-то повторить. Начал искать различные материалы, просматривать видео. С чем я столкнулся? Много обучающих видео, где различные битбоксеры говорят, как вставить губную гармошку в свой битбокс. Но очень мало видео, где игроки на губной гармонике рассказывают о том, как вставить битбокс в свою игру на губной гармонике. Не то чтобы я погрузился в эту тему максимально, но за несколько лет мне удалось все-таки понять, как взять некоторые элементы из битбоксинга и засунуть в игру на губной гармонике. И я с удовольствием поделюсь со всеми, кому это интересно. Итак, поехали. Самое первое, что нужно освоить вначале, это звук бас-бочки. И как она у нас звучит? Ну, по сути, это такая очень громкая буква «П». Па-па-па-па-па-па-па. Итак, добиваемся звука бочки. Сначала просто проговариваем пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Теперь вам нужно сказать слог пу, но максимально сжав губы. Пу-пу-пу-пу. Попробуйте прям максимально-максимально сжать губы, создать прям некое такое препятствие для воздуха, чтобы на «у» воздух вырывался. Ничего страшного, если губы у вас еще будут немножечко вот так дрожать. Для тренировки можете представить, что перед вами стоит огромный-огромный барабан, и вы медленно стучите. Теперь уберите звук «у», оставьте только вот этот вот звук. Если у вас уже получается бочка, можно попробовать уже ее вставить в свою игру на губной гармонике. Я думаю, что у некоторых уже возник вопрос, как делать бочку, если ты играешь на гармошке. Губная гармошка находится во рту, и сказать «П» с губной гармошкой во рту, конечно, у нас не получится. Друзья, я нашел экспериментально два пути, сейчас вам про них расскажу. Ну, первый. Мы все-таки убираем чуть гармошку от рта, а звук бочки пускаем как бы под гармошку. Второй, гармоника не отрывается вообще от губ, но бочку делаем уголком. Мне он не очень нравится, потому что бочка получается не очень жирная. Но если нужно сыграть что-то действительно такое быстро и интересно, то это может помочь. Итак, возьмите себе в проработку вот этот самый простейший ритм. Бочка, вдох. Попробуйте менять направление дыхания. Может получиться интересный ритм.
От чего я хотел бы вас предостеречь? После бочки старайтесь не дергать звук, да? Делать такой же плавный, красивый вдох, как бы просто дышали через гармошку. Очень большая вероятность, что получится что-то... Нет, спокойно, дыхание красивое, расслабленное, ну просто вставляем еще. Ну если вы уже люто пилите блюзы во второй позиции, попробуйте повставлять какие-нибудь фразы в этот ритм. Сыграем медленно. Ну или без бендов. В следующих видео будет больше звуков и различных примеров. Ставьте лайк, если вам понравился урок. Подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много чего интересного.